Отношения супруги принца Гарри с другими членами британского королевского семейства становятся все более напряженными. Меган Маркл ухитрилась настроить против себя даже принца Уильяма, который, до недавнего времени, относился к ней вполне лояльно. Об этом стало известно благодаря интервью Пола Борелла, бывшего дворецкого принцессы Дианы. Пол уже не состоит на службе у королевского семейства, но сохранил контакты с теми, кто работает во дворце, поэтому он хорошо осведомлен о том, что там происходит. Как утверждает Борелл, принц Уильям в последнее время совершенно не нравится, как ведет себя Меган. Последней каплей, переполнившей чашу его терпения, стал ее недавний визит в Америку. Дело в том, что, для начала, этот вояж не был предусмотрен составленным заранее графиком мероприятий для членов королевского семейства. Это был каприз Меган, которой вдруг захотелось повидать своих заокеанских подруг. К тому же, и Уильям, и вся его родня сочли саму затею устроить вечеринку в честь ее пока что не родившегося ребенка не вполне уместной, ведь это американская, а не британская традиция. Не говоря уже о том, что все было организовано с грандиозным размахом, что также противоречит традициям. Ведь это было неофициальное протокольное мероприятие, вроде бракосочетания, где это было бы воспринято нормально, ведь королевские свадьбы просто не имеют права быть скромными. Что же касается поездки Меган, то ее стоимость, по имеющимся сведениям, составила почти полмиллиона долларов. И все ради того, чтобы она повеселилась со своими 15 лучшими подругами. К счастью, не вся сумма была покрыта за счет британских налогоплательщиков. Обратный перелет из Нью-Йорка в Лондон на частном самолете оплатила приятельница герцогини, жена Джорджа Клуни, Амаль. Она выложила за это около 100 тысяч фунтов стерлингов. Амаль и другая подруга герцогини, теннисистка Серена Уильямс, стали также главными спонсорами вечеринки, прошедшей в одном из самых дорогих отелей Америки. Однако даже оставшуюся, за вычетом вклада подруг Меган сумму, включающую 150 тысяч долларов за проживание в пентхаусе отеля класса «Экстра Люкс», по мнению британских критиков герцогини, лучше было бы потратить на что-либо полезное. К тому же, и сама Меган, по мнению Уильяма и его родных, вела себя вызывающе, постоянно позируя для прессы, держась за свой уже солидный беременный живот. В итоге, поведение Меган уже начали сравнивать с Ким Кардашьян, которая, между прочим, в отличие от герцогини, может позволить себе такой самопиар, ведь она – просто знаменитость, а не член семьи Елизаветы II. В итоге действия Меган возмутили принца Уильяма, который всегда старается держаться скромнее, не привлекая лишнее внимание к себе и своей семье. Хуже того, поведение жены Гарри вызвало серьезное неудовольствие самой королевы.